Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в новую серию выживания с акулой Анжелой. Это мое, нельзя все это пропускать, бочка, прекрасно. Я прям сразу сейчас хочу сказать тебе огромное спасибо, потому что именно благодаря тебе выходит эта серия. Потому что на предыдущей мы с вами набрали больше, чем 30 тысяч лайков. Ребят, вы просто огромные молодцы. Именно сегодня мы с вами продолжим топить вражеские судна, искать сушу и валить по плавнику эту сраную Анжелу, чтобы она наконец от меня отстала. Где ты, зараза? Но самое главное, все зависит только от тебя. Если ты хочешь еще одну серию рафта, поставь огромнейший лайк прямо сейчас на этот ролик. Давайте мы еще раз попробуем набрать 30 тысяч лайков. И как только мы это сделаем, я сразу же побегу и сразу же запишу еще одну серию рафта. И она выйдет также только благодаря тебе. Бочечка, бочечка, нельзя пропускать. Бухлишка! Не бухлишка, но там еще одна. Возможно, мне повезет, и там все же будет бухлишка. Знаешь что, пока я вот тут вылавливаю всякие ресурсы, я тебя хочу попросить подписаться прямо сейчас на канал. И если ты до сих пор еще на меня не подписан, подпишись, пожалуйста, потому что по секрету тебе скажу, у меня скоро будет 3 миллиона подписчиков. Я очень сильно это надеюсь. И давайте как можно быстрее мы дойдем до этой цифры. Подпишись, пожалуйста, прямо сейчас. А кто уже подписан? Анжела, ты тоже подпишись! Нажми на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои стримы и никогда... Да угомонись ты! Чтобы никогда не пропускать мои стримы и никогда не пропускать мои новые ролики. Сразу же тебе будет приходить уведомление. Пожалуйста, бог моря Посейдон, ну, пожалуйста, дайте мне хотя бы сушу. Я очень хочу сушу найти. Я сейчас себе сделаю якорь, сделаю себе парус и хочу найти нормально ресурсов на этой суше. Да прекращай, пожалуйста, уже бурчать, сейчас мы похаваем скумбрия. Заколебал ненасытный, а? Чрево гигантское. Жрать вечно хочет. Все, я уже покушал, успокойся, чувак. Опа, одна бочечка. Опа, вторая бочка. Мам, спасибо большое, то, что бочечки мне с припасами, с маринованными огурчиками отправляешь. Спасибо, мам, я тебя очень сильно люблю. Кто не знает, это мама мне отправляет, потому что мама меня потеряла в этом океане. И она продолжает мне слать припасы в бочках. Откуда вы думаете, почему я плаваю в океане, почему на меня бочки катятся? Потому что это все мама отправляет. Спасибо, мам, я тебя очень сильно люблю. Ладно, мне кажется, то, что настало время расширять наши хрущобы. Наш домчик, потому что, ну, пора, я себе могу это позволить. Смотрите, какой он большой прям стал, зашибись. Сейчас давайте мы сразу же с вами сделаем, знаете что? Сделаем с вами якорь. Сделали якорь, и сразу давайте мы его поставим, ну, куда-то вот сюда. Якорь пригодится для того, как только мы подберемся к какой-то суше, мы его сбросим в воду, и мы остановим наш плот возле суши. И мы сможем на нее забраться и стараторить... Все, что там находится. Все припасы. Поймаем, кида заляжку! Я вроде так далеко вперед бросал. Куда ты бросилась? Куда ты бросилась? Господи, темно. Кракен меня поджидает. Это кракен? Нет. Это тилапия! Так, у меня тут есть водичка, конечно, есть водичка. Опа, давайте еще раз нальем сюда водички, потому что надо много пить. На всех ветрах, навстречу приключениям. Анжелка, подожди. Я вытащу эту бочку и наваляю тебе пиндюлей, как обычно. Опять ты жрать хочешь? Ну, что у тебя такой за бездонный живот, а? Ёханый бабай, сколько тут бочек? Ну, зато хорошо, Посейдон нас радует, потому что он немного бочек отправляет. Это хорошо, Посейдон, спасибо тебе большое. Дай, пожалуйста, бухлишко, дай просто... Ром, дай, пожалуйста, бухнуть. У меня печаль, беда, пожалуйста. Картофанчик, мы будем с вами делать пюревку. У нас будет пюревка. Записывайтесь на прием, записывайтесь в столовку ко мне. Вот, записывайтесь в комментариях. Я записываю вас на обед. Давайте, на обед. Кому пюрешку с котлеткой из... Акулы, конечно, из акулы, с кого же еще? У меня тут только акула всегда плавает вокруг меня, тут никаких коров нет. Да твою мать! Твою мать! Ребят, смотрите. Сейчас, жопа, не ломай мне тут ничего. Вы мне говорили, что, мол, Эдисон, ты же можешь чинить вот эти досочки, которые поломала Анжелка. Ну как это чинить, ребят? Пожалуйста, объясните. Тут пишет то, что 20% здоровья, я это вижу. Но как это чинить? Как это заново все построить? Вот это я, ребята, не понимаю на самом деле. Это никак нельзя починить. Вот смотри, я бью, ничего не чинится. Напиши, пожалуйста, в комментариях, кто знает, потому что я ничего не понимаю. Распустить паруса!
Поплывем навстречу какому-то там, не знаю, пожалуйста, острову. Будет какой-то остров у нас там. Опа, 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 я вижу! На абордаж, капитан Барбоса! Вижу вражеское судно! Быстренько! Чё ж-то так сложно? Давай, Анжела, давай! Притормози судно вот это, притормози, Анжела! Анжелка! Чуть-чуть! На абордаж, капитан Барбоса! Кто кусает? Чё кусает? Я забрал все, что смог. А что я смог? Какую-то хрень я забрал. Я вижу землю! Только земля какая-то вообще ни о чёмная. Там просто камень из воды торчит. Вы издеваетесь? Я примикнул. Плывем навстречу приключений. Ну, я, конечно, вижу... Да, огромный там остров. И огромная рыба. Вот мне прям везет. У меня огромный остров попадается. У меня огромная рыба. У меня огромная акула, которая хочет мне... Сраку откусить каждую серию. Опа, еще одна рыбка, еще одна бочка и... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, акула, не кусай! Не кусай, не надо кусать. Да, вот это большой остров. Ах, господи помилуй, что же мне так в этой серии не везет? А даже воды в стакане нет, даже попить ничего не могу. Отлично. Опять ты жрать хочешь, ненасытный? Ну че ж то такое? Ну сколько можно кушать? Ну заколебал! Одна бочка и вторая бочечка. Не, я... Быстро! Анжела! Она сломала. Вот видите, ребята, вот мне нужна ваша помощь. Как чинить вот это все, не могу понять. Картошку, слушайте, а я могу пожарить картофан? Будет ли хороший картофан? А, у меня тут еще рыбка до сих пор. Ладно. Мне не хотят давать сушу в этой серии, но я сушу и так найду. Твою мать, Анжела! Анжела, успокойся! На сволочь сутулая! Чё, что такое? Я, короче, понял. Анжела это как налогоплательщики. То есть она такая приходит. Мистер Эдуард, за то, что вы используете владения Посейдона, катайтесь на своей доске деревянной. По его морям. С вас взимается плата. Один укус вашей сраки и также один поломанный кусочек вашего плота. Налогоплательщики хреновые, дайте мне нормально покататься. Я ничего никому не должен. Зато я... Анжела, точно хочет, чтобы я разорился. Точно хочет, чтобы я банкротом стал. Не буду я у вас ипотеку брать, отстаньте. Приходит ко мне стучаться мне в двери посередине моря. Говорят, возьмите новую удочку в ипотеку. Я такой, да не нужна мне новая удочка, отстаньте от меня, Анжела. На! Да, ребят, вы мне сказали то, что я могу убить Анжелку. Когда я в воде... Ай. Так оно есть, я рано или поздно ее 100% завалю. И заберу у нее голову акулину и сделаю себе какой-то трофей. Где он? Вот, трофей от акулы. Сделаю, Анжелка, жди. Вперед, навстречу приключениям! Капитан Барбоса, расчехляйте свои весла! Засылайте удочку Анжели в сраку и пошли грабить вражеские судна! Быстро, у меня нет времени. Давайте, пассантре. Так, все забрал. Тут есть еще что-то. Ничего. Не-н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 е. О! Фух, все, нормально. Почему оно тонет тогда, когда я забираю с него все припасы? Что это такое, а? Че за несправедливость? Я не хотел его топить. Анжела! Скажи привет Кракену. Закину удочку. В теплый, спокойный океан. Который не шумит. Нет никакого... Нагнетение обстановки. Все спокойно, рыбка тянется, все тянется за коки, за яички. Я вытянул опять селедочку. Нет никакой бури. Кракен не хочет потопить мое судно. Акула не хочет откусить мою правое полупопие мое. Я закидываю удочку себе прям в судно. Прям вот сюда, я не знаю, как я вот через это смогу словить рыбу, ну как видите, все нормально, словил. И удочка у меня сломалась, сволочь. Жизнь просто прекрасна. Еще б сушу мне дали, был вообще зашибись просто, а то я уже заколебался браздить эти бесконечные просторы. Суша! Только это не суша, это опять просто писюн торчащий из воды, да, как я понимаю? Прекрасно. Готовый картофель. Картофанчик, да? Да, все хорошо. Только, как я вижу, не слишком много мне... А у меня копье поломалось.
Твою-то мать, Анжела, матушку твою, мы с тобой 100% рано или поздно расстанемся, а? Ненасытная, видите, какая у меня она ненасытная, Анжелка моя? Смотрите, какое! Я рыбу вытащила, это же ясь! Рыба моей мечты! Только как мне вот эту хрень заварганить? Тут написано, что ну, нужен большой костер, чтобы такое приготовить. А как мне это все приготовить? Где мне вот этот большой костер взять, если я его даже не могу никак скрафтить? Ресурсы, чтобы это все изучить, краски вот в этом рабочем столе. Я тут могу приемник скрафтить. Я могу краскотерку какую-то сделать. Перетирает цветы для получения краски, работая на энергии воды. Прекрасно, краскотерку я могу скрафтить. Идеально. Буду себе ногти красить. Педикюр, маникюр, приходите, я посередине океана. Девочки, записывайтесь там. Маникюрчик номер 669-69-22-869. Звякайте. Маникюрчик, краскотека у меня посередине океана. Я вас жду, девочки. Твою задницу, акула проклятая, как ты меня заколебала! Ребят! Скажите, кто скажет, как мне вот эту всю фиготню починить, будет просто огромным-огромным молодцом. Потому что я не понимаю, как это починить. А, ремонт. А-а-а! Ребята, вы огромные молодцы. Вы мне помогли, сказали, как это все починить. Спасибо вам большое. Я понял. Я понял. Судно! Еще одно судно, потом... А-а-а! Навстречу приключениям! Лосось! В бой! Да ладно! Сырые окорочка! Я ее на самом деле шандарахнул! Я не хотел, бедная чайка! Так, хорошо, перья, я могу перья изучить? Могу, я могу кисточку! Опа, зашибись! Сраная чайка, а что ты хотела? Я в следующий раз буду сразу ее просто пинать! Я не знал то, что чайку можно убить! Идеально просто. Давай, 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 чё так медленно, чё так медленно. Давай, вот сюда, сюда, миленький мой, давай. Ап, 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 дай мне этот ящик. Дай мне этот ящичек, пожалуйста. Ящичек, я вижу то, что там у тебя много-много-много всякого добра. Да, зашибись. А чё, чё ты мне судно развернул, не могу понять. Чё в другую сторону поплыл? Ну ладно. Слушай, эта жопа мне развернула весь мой плод. Коврик! Я могу себе коврик скрафтить! Ну, слушайте, ну, коврик вообще другое дело. Ну, ковер дома! Нормальный такой русский ковер! Ядрить колотит! Как же я прекрасно тут буду свою селедку хомячить на коврике-то своем, а! Идеально просто, охренеть. Ой, ладно, я присяду вот тут, буду смотреть на свой коврик, буду любоваться океаном и скажу тебе огромное спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что тебе понравилась вот эта серия. А ты знаешь, что нужно делать? Нужно поставить огромнейший лайк прямо сейчас на эту серию. Набираем 30 тысяч лайков и обещаю то, что сразу же выйдет следующее. Все зависит также от тебя, как и в предыдущие разы. Спасибо, ребят, вам всем огромное за просмотр. На этом мы с вами будем прощаться. Спасибо большое, то, что пришел посмотреть мою новую серию. Буду ждать тебя в следующей. Всем удачи и всем пока!